Тема WordPress под названием «Портал». Автор темы, известный разработчик тем для WordPress по адресу temajunkie.com. Зовут его Радек. В чем отличие этой премиальной темы от обычных новостных сайтов, которые можно найти в интернете, именно сайтов на WordPress? Здесь основная особенность – это вот эти блоки. В каждом из блоков выводятся несколько новостей из одной определенной рубрики. При кликании на название рубрики вы переходите в раздел архива просмотра именно этой рубрики. То есть для того, чтобы полноценно заполнить этот сайт, у вас должно быть как минимум одна рубрика для слайдера и 2, 4, 6, 8 рубрик для колонок. То есть получается, как минимум 9 рубрик нужно иметь на сайте, чтобы их заполнить. Поэтому, прежде чем купить эту тему, присмотритесь внимательно, насколько ваш контент, который у вас есть на сайте, или вы планируете его размещать, соответствует именно вот этой модели макета главной страницы. То есть здесь вы видите сбоку узкий сайдбар, боковую колонку, и с правой стороны широкая боковая колонка. Здесь у нас каждый блок. Сначала идет анонс с миниатюрой и заголовком, и потом идет еще две записи из этой же рубрики. То есть вот таким вот образом формируется главная страница. При просмотре одиночной записи мы видим опять же эти две боковые колонки по сторонам, да? И внизу у нас есть еще 4 дополнительных сайдбара, с помощью которых можно вывести здесь по одному виджету динамичному. То есть вот так вот выглядит эта тема. Она не сложная в настройке, не сложная в эксплуатации, но довольно симпатичная, и те, кто ее у меня покупал, никто не жаловался. Сразу хочу сказать, что я продаю тему с моим переводом на русский язык, плюс моей поддержкой. Поддержка выглядит таким образом. Вы можете у меня на сайте магазина через систему тикетов задавать мне вопросы по стандартным настройкам этой темы. Вы можете писать мне на e-mail, вы можете спрашивать меня в скайпе. Если вам необходимо установить тему на пустой сайт с демо-контентом, который вы видите на моем поддомене, это стоит бесплатно. Я установлю вам сразу после покупки, вы мне напишите письмо, дадите доступ к вашему сайту, я это сделаю очень быстро. Если у вас есть уже свой контент и вам нужно настроить эту тему, чтобы она корректно работала на вашем контенте, пишите, будем договариваться. Это может стоить немного денег, но, в принципе, скажем так, я всегда со всеми договариваюсь. Вот, в принципе, и все, что касается этой темы. У нее есть один недостаток на сегодняшний день. Тему автор делал довольно давно, и он ее не обновлял под адаптивный дизайн. То есть тема не работает корректно на мобильных устройствах. Но, в принципе, если тема вам понравится и вы хотите ее поставить, я вам подскажу, как ее настроить корректно с помощью дополнительных плагинов, типа плагина WP-Touch, чтобы тема корректно смотрелась на мобильных устройствах, планшетах и смартфонах.